Так, ну вот еще прекрасное место для панорамы, для обзора. 22 марта 2014 год. Если под ноги не смотреть, то очень красиво. Это храм, он стоит на улице Героев Труда, не помню, как называется. На улице Героев Труда, пересечение с тракторостроителем. Получается, у нас две 24-этажки, старая и новая, еще не заселенная, на одной линии, практически отсюда. Это наш храм Матроны Московского. Хорошо используют для ориентира. Ну, конечно. Трубу Салтовской котельной не превосходит. Но кажется мне, что она криво стоит. Хоть ты убей, то ли оптическая иллюзия, то ли... Радиовышка. Туда хороший тоже обзор в сторону трубоатома. Там улица, как же там улица называется? Ферганская или что-то такое, не помню, по-моему, так.
там сейчас протестуют против районского захвата попыток. Слышал новости недавно. Все его пытаются. Ну и конечно работает. Все.